11 и 12 марта в спортивном комплексе ДАИС прошел 7-й конкурс бального танца Всемирной ассоциации учителей IDTA. Любимый вид танца моей ученицы Стеллы Амельду – это belly dance, танец живота, в котором она соревновалась сразу по двум категориям – молодежной и взрослой. И в обеих заняла 1-е место. Искренне желаю Стелле и всем конкурсантам новых творческих успехов и побед!